Уважаемые телезрители канала М1 Global, это турнир ММА серии 9 «Время новых героев». И впереди вас ждет третий бой вечера в легчайшей весовой категории. В синий угол клетки приглашается боец из Узбекистана. Встречайте, Бабур Буриев! Мы продолжаем и являемся свидетелями того, как в клетку собирается выйти Бабур Буриев, представитель Узбекистана. Это категория до 62 килограмма. Бантамвейт, так называемый. У Бабура один бой профессиональный и одна победа. Я еще раз напомню, что за тем, что происходит в ММА-серии не только, и в мире ММА, вы можете переследить с помощью нашей страницы во ВКонтакте, с помощью нашей страницы в Инстаграме. Видимо, да, сейчас что-то случилось у нас. Видимо, бандаж не взял спортсмен из Узбекистана. Судя по знакам, по крайней мере, я понял, что это именно так выглядит. Ну и проверяющий рефери молодец, что не стал идти на поводу у спортсмена. Без бандажа никуда. В бою, по крайней мере, точно. Бандаж и капа фактически являются такими двумя документами. Бандаж, капа и перчатки даже документами, которые позволяют выйти вообще человеку на бой. На профессиональный, конечно, поединок я имею в виду. Да, я был прав. Помолчу. Вспоминается, вспомнился почему-то фильм «Криминальное чтиво», там вот была такая новелла «Бонни Ситуэйшн», а это такой был бандаж Ситуэйшн. Но Ситуэйшн завершилась. В красный угол клетки приглашается соперник, боец из Таджикистана Максуджон Кадиров. Ну а Максуджон Кадиров представляет Таджикистан, и у нас очередное противостояние представителей двух государств из Средней Азии в далеком северном городе Санкт-Петербурге. Ну, я хочу заметить, что сейчас, в принципе, самое время сделать ставку, потому что быстрые пари возможны у нашего партнера букмекерской компании «Лига ставок» на сайте и в приложении. И в июле букмекерская компания «Лига ставок» дает всем кэшбэк до 12,5%. Еще не поздно заключить пари на этот бой через их сайт или приложение. Тщательная проверка была у нас, практически как в отряд космонавтов. Дамы и господа, два молодых парня, бойцов третьего вечера в легчайшей с одинаковым рекордом. В синем углу клетки немного выше Максиджон из Узбекистана, представитель команды Метаморфоза Тим. Встречайте, Бабур Буриев! А противостоять ему будет боец из красного угла клетки, представитель команды Прайд, участник команды Тень. Встречайте, Максуджон Кадиров! Рефери в
клетки Алексей Касаткин. Бойцы, центр. Итак. Еще один поединок андекарда мы с вами наблюдаем. Бабур Буриев против Максиджона Кадирова. Сразу с мощного лукика начинает Максиджон. И достаточно легко переводит в партер. Правда, Бабур особо не сопротивлялся. Вот именно решил так вот он заблокировать. Однако... Левое колено на живот поставь. Левое колено на живот. Колено можно бить, Макс. Макс, побей колено в корпус. Побей колено в корпус. Да. Еще, побей туда. Достать голову нужно. А достать голову через левое колено можно. Левое колено на живот поставишь, тогда голову Бабур достанешь. Блокирует, но так, левое не очень, честно говоря, хорошо. Левое колено на живот нужно выше поставить. Пусть забивается. Бей, странную тактику немножко избрал изначально, но вот... Ну, так ударь колено. В принципе, если сейчас Максиджон... Макс. Да, вот удалось ему вырваться из захвата. Сейчас, если вот он находится в боковом контроле, если сейчас вот он еще и займет атакующее положение, то боюсь, что... А нет, вот, да, повторю слова тренера, зачем ты залез в гард? Защита оппонента. Ну, сейчас, с другой стороны, неплохо работает в добивании. Короткие локти подключай. Ну, вот так. Не дай на руку выйти. О, хорошо, выйти, сейчас хорошо выходит на руку, кстати говоря, Бабур. Ну нет, вытащит, наверное, вытащит, да, вытащит Максиджон. Все, нет там, Максиджон, слетни, просто слетни, да. И сразу добивание хорошее проводит Кадиров. Здорово попал в корпус сейчас. Вытащи голову! Голову дерни, дерни вверх! Опять, посмотрите, опять пытается выйти на болевой сейчас. Очень интересный момент. Кстати говоря... В тяжелом положении. Нет, все-таки удалось руку освободить. Но на самом деле не совсем понятно, где чья рука и нога. Вылези, вылези оттуда. На живот развернись. Достань голову. Развернуться теперь к нему. Удалось развернуться Максиджон, но как-то слишком, опять же, пассивно действовал Бабур. Левое колено на живот. Я санку выпрями, теперь отсюда бить нужно. Там есть правый локоть. Бей локтями теперь. Только локтями разбивай. И вот в маунте сейчас находится уже Максиджон Кадиров. Сейчас можно просто, в принципе, все быстро и закончить. 2,5 минуты остается до завершения раунда. И жестко сверху работает. Бей локтями. Макс, локтями бей. Макс, санку выпрями и с локтя опустись. Ой, хорошо сейчас выходит на болевой. Прекрасно, прекрасно вышел на болевой. Сразу постучал достаточно быстро Бабур. Такой играющий получился армбар. Так у нас быстро достаточно завершились вот эти вот предварительные поединки. В принципе, почти все в первом раунде. Ну, тут что можно сказать. Опять же, кто-то оказался просто значительно лучше готов кого-то. В третьем бою вечера на третьей минуте первого раунда болевым приемом победу одержал боец из красного угла Максиджон Кадиров. Поздравляем Максиджона, очень легко он выиграл. Ну, как легко, были моменты опасные, казалось бы, но все эти моменты были опасны только визуально. Все остальное достаточно быстро решил. Что ж, мы готовы уже перейти к следующим поединкам. У нас впереди очень много всего интересного. И с нетерпением ожидаем того, что будет.